А теперь к новостям из мира музыки. На днях в солнечном Нальчике прошел Кавказ Мьюзик Фест. Наш корреспондент Артем Скоробогатов там побывал и даже научился танцевать лезгинку. Смотрим. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Солнечный край, о котором когда-то пел суперзвезда всея Руси Сергей Зверев. Тут вам и горный пейзаж, и вкусная еда, и гостеприимный народ. А вот это все мы сейчас и проверим. Свое гостеприимство Кабардино-Балкария решила доказать музыкой, точнее музыкальным фестивалем «Кавказ Мьюзик Фест». Он стал первым музыкальным событием такого масштаба на Северном Кавказе. Фестиваль приурочен к празднованию столетия республики. Конечно, какой фестиваль без песен? Радовать Нальчик своей музыкой приехали как местные артисты, так и приглашенные звезды. Виталий Гагунский, Наталья Гордиенко, Руслан Алехно, Томас Невергрин и многие другие. В общем, размах международный. Я хочу сдать тест на ДНК и понять, какие у меня корни. Потому что очень много корней, я не знаю, на самом деле, чистокровный ли я белорус или какая-то история еще где-то здесь еще есть. О своем родстве с горами задумался и экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой. По словам артиста, здешняя музыка настолько ему полюбилась, что в скором времени дискография артиста пополнится пластинкой с кавказскими мотивами. Мне нравится этот ритм. Ритм очень крутой. Может быть, я как-то смогу интегрировать кавказскую музыку в свою собственную. Чтобы порадовать кабардинцев своим хитом «You're a Woman», Кевину пришлось 15 часов лететь из Штатов и еще 2 часа ехать в машине до Нальчика. Его коллеге Томасу Невергрину в этом плане повезло чуть больше. Все-таки Дания поближе, чем Америка. Today I was also in a lake called Голубое озеро. Yeah, and it's 290 метров. И это просто как голубой, это очень-очень... красиво. У жителей Центральной России тоже впечатление вагон. Кавказ – безумно вкусная еда, потрясающая погода, потрясающе гостеприимные люди. Очень добрые, открытые, горячие. С горячими людьми и погодой Наталье повезло. Но вот со вкусной едой вышла осечка. Уж очень хитрый язык у местного населения. Я успела попробовать, сейчас скажу. Хичин. То ли от усталости после перелета, то ли от горного воздуха, певице в этот вечер категорически не везло с языками. Фипшахашха фуа. Но там, где не хватает слов, выручают снова песни. Наташ, сейчас мы из тебя будем делать настоящую джигитку. Султан покажет, как правильно танцевать лезгинку. Готова? Да. После такого урока из Натальи Гордиенко получится образцовая кавказская девушка. Только в таком случае с открытыми платьями в стразах придется попрощаться. Восток – дело тонкое. Артем Скоробогатов, Иван Брус, Про новости.